Ну а уже завтра телеканал «Тюменское время» в рамках программы «Утро с вами» продолжит рассказывать все самое интересное о биатлоне. Следующая рубрика будет посвящена истории строительства «Жемчужины Сибири». Вы увидите уникальные кадры 2007 года, на которых вместо нынешнего современного комплекса были лишь горы песка. Также узнаете подробности получения лицензии на проведение международных стартов и чемпионата мира по летнему биатлону, где выступала тюменка Анастасия Кузьмина, защищающая цвета сборной Словакии. Команда Словакии приехали, и мне говорят: «Настюха, ну неужели тут так столько условий было, и ты отсюда уехала?» Я говорю: «Ну вот не было тут еще таких условий». Говорят, родные стены помогают, но бывает, что и нервы сказываются. Хочется перед своими, перед родными выступить лучше. Увидим, какой закон здесь работает в этот раз.